состоялась торжественная церемония награждения председателей сходов граждан и инспекторов по профилактике самых образцовых махалей. Лучшие отмечены администрацией города Ташкента. Как было отмечено на церемонии, Махалля – оплот солидарности, взаимной поддержки и заботы. Уникальный институт гражданского общества не имеет аналогов в мире и трансформируется под тенденции времени. Неизменно главное – это действенный орган самоуправления граждан, самая близкая к народу структура. Все в равной степени должны вносить вклад в ее процветание, создание комфортных условий для жителей и все же особая ответственность на сотрудниках, работающих во благо людей. И сегодня, осознавая чрезвычайную важность миссии, наиболее образцовой признана работа председателей сходов граждан и инспекторов по профилактике 575 махалей Ташкента. На состоявшемся мероприятии 80 автомобилей были переданы владельцам. Мы очень рады, что наш труд был отмечен столь высоко, и нам передан такой подарок. Наши жители очень рады, что мы переведены в Ешнабадский район Ташкента. Раньше относились к Кибрайскому району столичной области. В настоящий момент на нашей улице укладывается асфальт. Запланировано строительство школы и детских садов. Я служу инспектором профилактики более 20 лет, но такого внимания, какое нам уделяется, в последние годы не видел никогда. Раньше, чтобы установить личность человека, нам надо было ехать в УВД и в другие инстанции. Теперь нам выдали планшеты. И данный вопрос можно решить прямо на месте. Выяснить, не имеет ли гражданин отношения к совершению преступления. Кроме того, система онлайн-судов очень удобная. Внимание, которое государство уделяет инспекторам по профилактике, вы видите и сегодня. Нам были подарены автомобили Spark. То, что наш скромный труд государство отмечает так высоко, это большая радость. Даю слово, что мы будем стоять на страже покоя и благополучия наших жителей, вести профилактическую работу, добиваться того, чтобы народ был доволен. Внедрение по инициативе главы государства системы работы Махаллабай нацелено на повышение уровня благосостояния, занятости и доходов населения. Современная динамика развития. Происходящие перемены возлагают не только большую нагрузку на людей, работающих в интересах каждой своей махали, но и большую ответственность, поскольку эффективна их деятельность можно признать только если ею довольны жители. Глава государства уделяет большое внимание вопросам махали. Хочу подчеркнуть, внедрение системы Махалябай нам создало особое удобство. Например, теперь прикреплены представители каждого министерства, сотрудники банка. Это очень облегчает процесс работы. Раньше получение кредита была такая волокита, а теперь весь процесс осуществляют эти сотрудники. Человеку надо только написать заявление на получение кредита. Все, что делается для махали, делается для того, чтобы народ был доволен. Мы очень рады, что глава государства так высоко ценит наш скромный труд. Несомненно, это доверие возлагает на нас большую ответственность. Если каждая отдельно взятая семья, район, махалля будут мирными и процветающими, то и общество наше будет более благополучным. И чтобы работа спорилась, задачи решались вовремя и результативно, для представителей органов самоуправления, инспекторов профилактики создаются условия, улучшается материально-техническое обеспечение. На новых автомобилях проблемы и рабочие вопросы решать не только комфортнее. Главное, процессы должны проходить быстрее и обязательно оправдывать ожидания людей.